Хорошая физическая подготовка, дисциплина и железный характер – то, без чего добиться больших результатов в карате не получится. Ангелина Сипаева пришла в спорт в 7 лет. Постоянные тренировки и усталость не напугали. Желание побеждать оказалось сильнее. С самого прихода в спорт у меня уже были цели, какие-то по типу выиграть определенные турниры. А потом, ближе к 12 годам, когда уже прям влилась в профессиональный спорт, я уже задумывалась, что мне нужно выполнить ряд званий, чтобы дойти до мастера спорта. И тогда у меня мечты преобразовались в цели. Во-первых, это дисциплина, постоянный режим работы и отдыха, определенный график и, естественно, вера в себя и поддержка со стороны близких очень помогала. Только появлялась у нас свободная минутка, я знаю, что чемпионом это недостаточно. Надо 24 часа в сутки быть преданным своему спорту. То есть и мы старались с каждую минутку, когда у меня выходной, сам занимаюсь, работаю в шахте, то есть где-то какая-то минутка, мы всегда шли, живем благо на дачном, есть спортивные площадки, лес, и то есть с ней занимались, готовились самостоятельно, к этому и пришли к успеху. Ангелина тренируется под руководством одних из лучших, опытных наставников Евгения Морозова и Сергея Шабаршина. Ленинск-кузнечанка – многократный победитель престижных турниров, обладатель мировых высот в виде восточных единоборств. А недавно ее копилка личных достижений пополнилась почетным званием «Мастер спорта России». В сентябре того года проходил 31-й мемориал Андрея Якутова. Это международный турнир в городе Новосибирск, в котором принимали участие большинство стран Европы и Азии. После этого турнира, как я заняла первое место, мне сказали ждать около 9 месяцев приказ о присвоении звания. Я была очень рада, это просто было чувство гордости за себя, было чувство того, что не только я, но и многие люди этого ждали. Вот. И то, что я выполнила одну из своих целей, порадовала тренеров, родителей и близких людей. Горжусь ребенком очень сильно, что она добилась всего. И спасибо огромное мужу, это он воспитывает так детей, это он вложил там, все свои силы и душу в нее, он ее очень сильно любит. А мама только, я ее провожаю с Богом, встречаю с Богом, как мама я сильно переживаю. Я очень счастлив, это звание мастер спорта, это высшее, считаю, достижение. Еще и заслуженный мастер спорта, в связи с санкциями, не знаю, когда мы это выполним, но будем надеяться, стараться. То есть долго к этому шли и добрались. Мы очень рады. Спасибо тренерам, спасибо спортивной школе, и городу Ленинск-Кузнецку. Ангелина Сипаева – пример для будущих поколений спортсменов. Гордость Ленинска-Кузнецкого, Кузбасса и всей страны. На сегодняшний день у спортсменки столько регалий, не у каждого взрослого спортсмена и за всю жизнь наберется. Анна Шуркова, Риа Ленинск.